Церковь в селе Ермолино одна из самых старых на территории округа. Первое упоминание о ней относится к началу 17 века. 19 декабря для прихожан дата особая. Это день памяти Николая Чудотворца, имя которого носит храм. Исторически на Руси это один из самых почитаемых святых, и не только на Руси. Его жизнь... Ну, с одной стороны, достаточно простая, да, с другой стороны, он обладал такой великой любовью к людям. И вот эта его любовь, которая проявилась, в общем-то, в Малой Азии, да, в мирах ликийских, настолько была глубокой, что прошла через века. Божественную литургию совершил архиепископ Подольский и Люберецкий Аксий. Ему сослужили благочинный Видновского церковного округа Дмитрий Березин, настоятель храма протоиерей Виктор Естремский и духовенство Видновского благочиния. Изри с небесе Божий, вижте, посети виноград сей, и утверди его же, насади. И мы все прихожане очень любим наш храм. На самом деле он необыкновенный. Здесь вот многие, кто первый раз сюда приходит, сразу говорят, ну, какая тут чудесная атмосфера, как тут легко, приятно. Даже человек с горем приходит, помолится и уходит. Но если даже со слезами, то все равно улыбаюсь, все равно облегчение получает. После службы в Никольской церкви архиепископ Аксий совершил чин закладки храма в честь преподобного Серафима Саровского, который скоро начнет возводиться в Ленинском городском округе. Сегодня в Дрожжино закладка камня храма памяти преподобного Серафима Саровского. Поэтому это не просто воскресный день. Это для нас очень значимый, красивый праздник и ожидание. Максим Козлов, Виктория Филатова, Александр Логинов, Елена Кошелева. Видное ТВ.